Вот потрясающий вопрос. Можете ли вы сыграть кусок идеального урока? Если по литературе, то вот запросто. И причем именно с этой аудиторией не проблема. Вы можете? Нет, давайте вы. Вы гость, поэтому давайте. А я сейчас легко. Так, сейчас я попробую. Сейчас. Я бы начал бы с алфавита мышления, да, то есть мне кажется, что, ну, вот в голове у нас находится какое-то туманное представление по поводу того, как мы думаем, вот, хотя на самом деле метафора крайне понятная, да, то есть люди очень долго спорили, придумывая метафору, люди вообще не понимали долго, что они думают мозгами, собственно, древние египтяне бережно сохраняли печень, почки, то есть, ну, вот у них была мумия, а рядом отдельно сосуды. Мозги они, ну, я на себе не показываю, да, крючками доставали из носа и выбрасывали, да, то есть Аристотель писал, что мозг нужен для выделения слизи и для охлаждения крови. И, соответственно, всегда, ну, поскольку аналогия или метафора один из основных способов понятия чего-то, да, то всегда люди воспринимали через самую продвинутую область, что такое думать. Например, в первом веке до нашей эры в Александрии была невероятно развита гидравлика. Существовал аппарат по продаже святой воды, когда человек кидал монетку, и ему, соответственно, с помощью системы рычагов определялся ее вес, и ему давали порцию святой воды. И тогда считалось, что внутри человека есть четыре основные жидкости, разлитие желчи, там, да, моча в голову ударила, это все отголоски тех самых веяний. Да? Вот. И, соответственно, считалось, что жидкости внутри человека управляют и мышлением. Как только появились механизмы какие-то продвинутые, да, на первое место вышла механистическая теория, да, что мозг – это такой механизм. При появлении телеграфа, естественно, изменилась и метафора. С компьютером наш мозг, ну, мы уподобляем компьютеру, что у нас есть оперативная память, это так называемая студенческая, когда вы что-то забываете, ну, на 5 минут запоминаете, а потом забываете. Да? С развитием появится что-нибудь более крутое, чем компьютер. Социальная сеть, голограмма, все что угодно, изменится и метафора. Но самое главное, что это ничего вам не дает. Да? Ну, то есть у вас есть красивое сравнение, но вы из него ничего не получаете. Я бы вам предложил абсолютно другую метафору. Наш мозг – это конструктор. Мы всю жизнь собираем разные запчасти, как только мы что-то узнали, как только мы узнали, как работает блок или как работает рычаг, да, мы положили в свою голову еще одну запчасть. Так вот, вот запчастей их может быть много, а способов соединения запчастей между собой их очень мало. Да? Вот, и, собственно, вот этому я бы научил, как а искать запчасти и б как их связывать между собой. И вы поразитесь, насколько примитивное устройство наш мозг и насколько примитивно оно работает. А я бы с удовольствием послушал Дмитрия Быкова. А это очень просто. Знаете, для того, чтобы класс увлечь литературой, надо дать ему детективную задачу. Значит, я сейчас прочту стихотворение. Если все знают, кто его написал, поднимите руки. И тогда я дам другое. Ну, я вот дам такое пока. Расскажи мне, дружок, отчего вокруг засада, отчего столько лет нашей жизни нет, как нет, от ромашек цветов пахнет ладаном из ада, и апостол Андрей носит люгер-пистолет. Не надо, я же сказал, говорить не нужно. Вон из класса это называется, да? Давайте тихо. От того, что пока снизу ходит мирный житель, в голове все вверх дном, а на сердце маята, наверху в облаках реет черный истребитель, весь в парче жемчугах, с головы до хвоста. Кто в нем летчик-пилот, кто в нем давит на педали,
кто вертит ему руль, кто дымит его трубой, на пилотах щедра, то узнаешь их едва ли, но если честно сказать, те пилоты мы с тобой. Атрибутировать уже не надо, потому что, ну, наверное, большинство знает, да? Давайте датируем. На основании чего, может, я знаю, что вы этот альбом знаете, но на основании чего можно датировать это стихотворение? А в Гугле лазить нельзя, иначе это не детектив. Понимаете, если можно заглянуть в конец, да. Можно по объектам, стремителям, еще что-то. Ну, если по объектам, то это 40-е годы. А если так, то какие у нас есть указания на текущий момент? Да? Дети задумываются, ищут особые приметы. И они есть, да? Ну вот давайте возьмем более сложный случай, хотя непосредственно связанный с этим же, да? Вот, пожалуйста. Вот уже который месяц и уже который год прилетает черный мессер, спать спокойно не дает. Он в окно мое влетает, он по комнате кружит, он, как старый шмель, рыдает, мухой пойманный жужжит. Грустный летчик, как курортник, его темные очки прикрывают, как намордник, его томные зрачки. Каждый вечер у меня штурвал в руке, я лечу к нему навстречу в довоенном ястребке. Каждый вечер в лунном свете торжествует мощь моя. Он, наверное, бессмертен, он сдается, а не я. Он пробоинами мечен, он сгорает, подожжен, но приходит новый вечер, и опять кружится он. И опять я вылетаю, побеждаю, и опять вылетаю, побеждаю, сколько можно побеждать. Кто знает автора? Молодец, прекрасно. А кто-нибудь еще знает? Нет? Давайте угадывать. На кого похоже? На Гребенщикова. Вот это очень хитрый ход, давать эти стихотворения рядом. На кого похоже? Стихотворение, написанное одновременно тем же автором, да? Ну, понятно, что это песня, и вот мелодия этой песни перешла на другой текст, а именно «Со двора подъезд известен под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот». Кто не знает автора? Акуджава. Вот. Вот это более известная вещь. А теперь что общего между черным котом и черным мессером? Что такое черный мессер? Какие есть догадки? Ну, в классе обязательно найдется человек, который скажет, что это стихотворение о войне. Нет, не о войне, потому что сколько можно побеждать? Что имеется в виду? Ну, всем раздается текст, все начинают придирчиво смотреть. Ясно, что в довоенном ястребке, значит, стихотворение как минимум послевоенное, это очевидно. Да? Дальше начинаются даты. Мог человек написать такое стихотворение, например, в 51-м году? Нет. Да? Когда мог? Ну и так далее. То есть понятно, на чем строится детектив. Вы скажете, а интересно ли это детям? Интересно, безусловно. Особенно если им сообщить, что... Ну, я найду, что им сообщить. Например, что вот за распространение этого стихотворения один человек был убит. Уже интересно, правда? Ну и так далее.